Тамуваша Ришикеша. Тамуваша Ришикеша. Прахасанни Бхарата. Прахасанни Бхарата. Шенайар Убхар Мадхе. Шенайар Убхар Мадхе. Вишидантам Идам Вачаха. Вишидантам Идам Вачаха. То Ришикеша слова я не говорил. Ришикеша это Кришна. Это Санди Вичча Джаляйси, Ришикеша. Можете? Ришика Иша. Ришика Иша. Ришика Иша means то Бабель Владичев чувства. Conqueror of all the senses. Владелец. Владелец чувства. Это Ришикеша. Повелитель. Повелитель чувства. Ага, повелитель. Как его зовут? Чувства. Кришна. Ришикеша. Тут же слова это дали так. У него все контролист. Сразу это владелец. Он тоже не будет так горячий. Спокойно говорит. Полна контролист у него. Поэтому там убачо Ришикеша. Ришикеша там убачо. Что значит там? Там не знаете? Второй поддерживает третий. Его. Говорит. Ему отвечает. Там, там. Ришикеш его говорит. Да. Там убачо Ришикеша. Убачо, знаете, грамматика. То не нужно знать. Убачо. Убачо. Не, Бубли. Бач. Это так. А, как у... А, логик. Ру, дату. Или бач дату. Бач дату. Лит, о. Бач. Лит. Это лит фор. Лит. Люди говорили, это древний премия. Гру дату или бач дату. Если бот да, то тогда убадо, убадо, знаете. Если до будет, тогда бот да, то бот тоже говорит. Там убачо Ришикеша, а тоха саннива, сандивича жаляйся. Прапурбакхас дату. Это грамматика не пошла, сандивича жаляйся. Праха. Прахасан Ива. Прахасан Ива. Да, да. Но два раза пьют, когда санди пьют. Это тоже как магли. Прахасан плюс Ива. Ива что значит? Ива знаете? Это Ива не знаете? Ну, тут написано, как бы. Его? Вроде как бы. Словно, а? Словно. Словно. Его. Его, эво. Два слова нужно знать. Эво обязательно. А? Дефинит. Точно. Эво. А его как будто. А? Индефинит. А, как будто. Эво точно, Ива как будто. Его. То прахасан ива, прахасан грамматика, сейчас говорите, прапурбак. Прапурбак хас дату, второй падеж множественное число. Шатри говорите. А. Прапурбак хас дату шатри, прахасат. Прахасат. А, тэрби падеж. А, прахасан. Прахасан. Даван. Даван, даван, то, даван, то. Прахасан. Тэрби падеж. Потому что это Ришикеша его прилагательно. Обязательно нужно перевипадес. То прохасан means как? Как будто желали упахаш. Making jesting. Jesting значит. Не только смеялись. Так смеялись, то вы падали от смеха. Хохотали? Нет. Сильно смеялись?
Смеяли мы с... Что же ты? Что же ты? Усмешка. Making... it is... Усмехайся. Как смеялся. Какое положение, такой герой человека сейчас и положено. Такой смех дела. Такой, а? Такой смех, не просто смех. А, такой. Как ты человек, а? Такой герой, я сейчас говорю, я не могу делать. Не, он не боялся, он не хотел убивать родственников. А, тогда тоже герой это, а? Человек так не говорит. Но он же не боялся, он из благородных побуждений. Это побуждение могут говорить любые, он не действовал. А мне вот... Если майне генерал ходит в войне, почему ходил сюда? Тогда глупости был, и спал. Сес Мессиас, это разговор был. Потом все желали... Хасили, хожу. А как много-много врагов посмотрели, говорят, нет, я не желаю, потому у меня что... А раньше страдания не получил. Сострадание почему раньше полгода он не сострадал, а тут вдруг начал сострадать, после того, как увидел оружие. Что, не оружие он видел, а когда он воочию увидел вот всех родственников своих, вот у него сразу воскресенье. Нет, это что за глаза видели, а не знал. Глаза когда видел, тогда знал, это у него не знал убивать, а дома не понял. Когда одевали, когда сам одевали это оружие съезжали, тогда не поняли, да я почему хожу. Ну я просто думаю, что вот да, да. А когда увидел, вот думаете, о, как Кришну нужно, а, смеяться к вам. Пока лично Кришну встретишь. Да, два надо смеяться так. Почему мы его не твой братчик? А не родные, это не родные. То у вас Риши Кеша. Поэтому Кришна, знаете, смеялся, какое положение сейчас человека. Мне тоже каждый может. То у вас Риши Кеша просто не него Харата. Шенер Убер Монте. Поэтому говорил, среди это солдат, between the army, two armies. Между духами. Армии там. Если дома, тогда лучше будет. А через приехали война жила. Подумал, что... Среди... Хорошо, хорошо. Вы думаете, он тут. Он потом изменил. А вас невозможно. Орджина изменил. Но она тоже еще может... Ты дочитаешь, да? Шенер Убер Монте. А, Бишидантам. Сейчас говорите. Грамматика. Бишидантам. 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 Уже получили. Говорите. Это скорбящий, по-моему, был Бишидантам. А грамматика говорите? И дам. Вишдату. Нет. Бишидантам очень важное слово. Я помню, что это скорбящий. Вот сначала, в конце первой главы. Бипурбах. Второй падеж. Сад. Тарай падеж. Да вот, посмотрите, тарай падеж как. Да вон там, а? То, виси там, там. А это саддату немножко изменили. Так, дипурбак саддату. Сиданти мама гатрани. То, ароджина бишада юга. Бишада юга тузе. Вишада да. Туже бибур бхакшат дату. Значит, печально состояние, бишидантам.
печальный. А это бисидантам это прилагательно кого? Говорите. Бисидантам. Это прилагательное. Сидантам. Куда кешет? А? Там. Там. Бисидантам второй, а там тоже второй. Там бисидантам. Means печально его. Ему печальному. А, ему печальному идан бачаха. Это сказал. Это сказал. Это слова. Да. Бачо. Это слово, да. Бача. Это слова убачо. Убачо сказал. Там убачо, убачо потом. А Бхарата? Это какой бадес? Бхарата. Прошлом не был Бхарата. Первое обращение. А. А Бхарата это к кому обращается? Говорите. А я не знаю. Бумбас Ришикеша Прахасаннива Бхарата. Ченевод. Это между ками разговор. Знаете? Кама Санджая и... А, Дитараштра. Керал. Сар. Это Сар, его говорит Бхарата. Means владычель Бхарата. Поэтому или... Это Бхарата. Или потомки. Бхарата. Вот Бхарата это линия приехал. Поэтому Бхарата. Бхарата имеется в виду Дхритараштра. Дхритараштра. О, Дхритараштра. Санджай говорит это. А? Санджай у вас же написано. Где вьету вас только. Это Санджай говорит. Поэтому говорит. Что шучилось он говорит. О, Бхарата, о, Дхритараштра. Его так, печально его. Ришикеша смеялся и между эта армия это слово говорил. Вот так. На Йоцьясе говорили, да? А? Все говорили на Йоцья. Не значит, все это Оджун говорил. Да, а и сейчас... все говорили. Не. Сейчас ему, у кого такое положение? Да, ему говорили. Тому Кришна. Там Увача. Там. Его ответил. Такое так. Слово. Не, еще слова еще не говорили. Да, еще не говорили. И там Бача means следующий. Следующий. Такое слово. А какое слово будет дать? Да. А, то здесь так. Ему отвечал Ришикеша, как вы с улыбкой Бхарата. Бхарата обращение это дали или не дали? Не дали, да. Обращение. Скорбущему между двух войск ради. Он молвил такое слово. Он молвил такое слово. А? Ну, он сказал такое, молвил такое слово. Ну, сказать Бхарата как бы с улыбкой, когда будет обращение. Нет, а Бхарата это обращение в Дхритараштре. Это Санджай обращается в Бхарате. Это сначала, если дали. О, Бхарата. Да. Тогда точно поняли. О, Бхарата. Ему отвечал. Вот, да, вот правильно, правильно, хорошо. Такой вариант. У Бхарата ему ответил. Да. Как бы с улыбкой. Да, как бы с улыбкой. Неправильно запятые стоят.